Добрый вечер, друзья. Вновь рад приветствовать вас на своем YouTube-канале. Сегодня у нас в вечернем меню жареное на курдючном масле мясо ягненка, квашеная капуста, родниковая вода и сырный соус. Let's get started. Очень вкусно. Квашеная капуста домашнего производства, ее ставила моя мама.
Ну все, друзья. Наконец-то я одолел все. Кстати, очень жирная еда, но ягненок, свежий ягненок, очень-очень вкусный. Спасибо вам за просмотр. Надеюсь, что вам понравилось. Увидимся в следующих видео. Bye, guys.